Человеческое 3-4! Вот, совсем другой разговор. Я бы еще в этот момент побежал бы и ректора на руках бы покачал. Но это потом сделаете, в следующий раз, когда будете все-таки получать диплом как лучший выпускник военмеха. Ну что ж, итак, практически все готово. И на сцене... Так, микрофон. Понял. И на сцене театральная студия военмеха.